Минтруд России подготовил проект указа президента об увеличении размера ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы с 5 500 рублей до 10 000 рублей. Об этом 22 февраля сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Проект документа уже направлен на согласование в заинтересованные ведомства, отметил Топилин. В Минтруде поясняют, право на эту выплату имеют неработающие родители, усыновители, опекуны, попечители, которые воспитывают и ухаживают за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. В стране это пособие получают порядка 470 человек. Повышение произойдет с 1 июля этого года, добавила глава Минтруда. Дополнительные расходы Пенсионного фонда России на июль-декабрь текущего года составляют 13,5 миллиардов рублей. Данное повышение будет отражено в бюджете ПФР.